Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. Придерживаться середины во всем. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что середина – это лучше всего. Не нужно слишком усердствовать и стараться сделать все сразу. Нужно идти посередине. Вы должны придерживаться золотой середины во всем. Так говорит наш святой пророк, саллаху алейхи вассалям. Не пытайтесь сделать много поклонений сразу, потому что потом у вас вообще не останется сил. Вы не сможете продолжить. Это трудно. Люди, которые придерживаются середины, не устают и не останавливаются. Они все время продолжают в том же духе. Это относится ко всему, а не только к молитве и к поклонению. Вы должны идти посередине. Не нужно чересчур склоняться в ту или в иную сторону. Люди, которые идут по срединному пути, чувствуют себя комфортно. В наше время люди слишком страдают от стресса, и это происходит от чрезмерного преувеличения. Когда они чего-то хотят, они привязываются к этому и становятся одержимыми. Люди хотят получить все. Пусть это будет сделано наполовину, но нет, они хотят, чтобы все было идеально. Они поступают так же, и когда попадают в беду. Они говорят, я должен это сделать идеально. Я хочу получить все. И это очень трудно. В этом мире нет ничего совершенного, кроме Аллаха Всемогущего и Великого. И нашего святого пророка, да будет доволен им Аллах. Во всем есть свои недостатки. Ничто не может быть сделано совершенно на 100%. Поэтому Аллах Всемогущий и Великий из милости Своей и ради нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сделал его умму, придерживающейся середины. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, говорится в Священном Коране. Умма пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, находится посередине. Раньше у народов до нас были более жесткие приказы, и они должны были выполнять их все. Мы счастливая нация. Мы из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И ради его почести все наши дела принимаются всемогущим и великим Аллахом. Не нужно чересчур усердствовать. Пусть Аллах позволит нам быть стойкими и постоянными на этом прекрасном пути. Иншаллах. Ва мин Аллахи ат-тауфик, аль-Фатиха.